Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать дракона по персонажу из игры Genshin Impact. Заранее я сделала заготовки челюстей, а как их сделать, посмотрите в моих прошлых видео. А сейчас мы с вами будем делать боковые части челюстей. Для начала я вам покажу, как нарисовать боковую часть верхней челюсти. Складываем лист А4 пополам. Теперь мы с вами берем заготовку верхней челюсти и обводим ее простым карандашом. Начинаем с вами рисовать боковую часть. Рисуем имитацию шерсти. Стираем лишнее. Давайте нарисуем носик. Нарисуем окрас шерсти. Рисуем с вами зубки. Боковые части вырезаем и вторые стороны разукрашиваем точно так же. По такой же технике мы с вами делаем боковую часть нижней челюсти. Точно так же обвожу заготовку простым карандашом.
Теперь нижней челюсти начинаем придавать форму. Если тебе нравится мой канал, то поставь лайк и подпишись на него. Я буду рада новым друзьям. We'll be right back.
Если тебе нравится мой канал, то поставь лайк и подпишись на него. Я буду рада новым друзьям. Вот так у нас должно получиться. Все вырезаем и вторую сторону разукрашиваем точно так же. Вот такие красивые детальки у нас получились. Теперь мы с вами сделаем верх и низ. Складываю лист А4 пополам. Беру заготовки челюстей и приклеиваю их к листу бумаги. Обводим все простым карандашом. Не забываем нарисовать бортики. Заготовки вырезаем. Теперь мы с вами свернем бортики. Разрезаем заготовки пополам. Теперь мы с вами сделаем верх дракона. Складываем лист А4 пополам. Берем заготовку, которую мы только что с вами сделали, и обводим ее простым карандашом.
эту заготовку нам нужно сделать немного длиннее, чем остальные. Thank you.
Вот такая красота должна у нас получиться. Теперь мы с вами нарисуем большие уши. Уши разукрашу светло-розовым цветом. После того, как мы все разукрасили, заготовки вырезаем и вторую сторону разукрашиваем точно так же. Все детали готовы. Начинаем собирать дракона. Вот такой дракон у нас получился.
По-моему, он получился очень красивый. Ну и конечно же, если тебе понравилось это видео, то поставь лайк и подпишись на мой канал. И напиши комментарий, делал ли ты со мной дракончика. Если да, то напиши, какой он у тебя получился. Всем огромное спасибо за просмотр. Желаю всем удачи. Пока-пока.